Девятилетний фигурист Александр Плющенко, приходящийся сыном двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, разместил новое фото в социальных сетях. Оно было сделано на шоу «Союз чемпионов» в Краснодаре. Юный спортсмен сфотографировался с фигуристами Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. «Топим лед в Краснодаре. Я и наша сладкая парочка», — подписал фото Александр Плющенко. В 2022 году Марк Кондратюк стал чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в командном турнире. Александра Трусова завоевала бронзу чемпионата Европы и серебро на Олимпийских играх. Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал решение Международного союза конькобежцев, ИСУ, в два этапа повысить возрастной ценз в фигурном катании. «Очень здорово, что ИСУ поднял возрастной ценз. Конечно, девочки прибавляют в весе, росте, а если это преодолевать? Например, наша легендарная Туктамышева, в 25 лет она в блестящей форме, продолжает кататься, прыгает тройной аксель, четверные прыжки. Хочется продлить жизнь наших спортсменок», — отметил Плющенко. На конгрессе ИСУ было принято решение о поэтапном поднятии возрастного ценза. В сезоне 2022-2023 минимальный возраст фигуристов, которым можно принимать участие во взрослых соревнованиях, останется прежним – 15 лет. В сезоне 2023-2024 он составит 16 лет, а с сезона 2024-2025 – 17 лет.